Привет, ребята! Мой новый обзор посвящен штурману Link 500, одному из самых ожидаемых навигаторов осени 2010 года. Почему мы все его так ждали? Все просто. Он супер. Супер большой экран с супер разрешением, супер процессор, супер металлизированный корпус, супер-пупер встроенный телефон для загрузки пробок, звонков и выхода в интернет. В общем, технические характеристики новинки заставляли трепетать сердца всех гиков мира навигации. И сегодня у нас в студии штурман Link 500 собственной персоны. Перед тем, как начать, напомню, что только в нашем магазине globoxgps.ru ты можешь купить штурман Link 500 по самой выгодной цене, с кучей подарков, среди которых будут защитная пленка на экран, кожаный чехол, карты всей Европы, Турции, Египта, а также наша уникальная сборка программ iPhone 1.5. Итак, первое наше знакомство с прибором начнем с коробки. Тут мы видим логотип производителя карт Navtec, поставщика информации о пробках компании Яндекс, а также эмблему МТС. В комплекте с Link 500 ты получишь сим-карту со специальным тарифом для дешевой загрузки пробок. Если верить информации компании, с этим тарифом ты не будешь тратить на пробки больше 50 рублей в месяц. В новой версии картографии «Штурман» установлено сразу 9 стран – Россия, Украина, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия и Швеция. Внутри упаковки мною были обнаружены сам «Штурман Link 500», увесистый кирпичик черного цвета, обещанная сим-карта, держатель на лобовое стекло, автомобильная зарядка, USB-кабель для соединения с компьютером, диск, мягкий чехол, а также набор инструкций и гарантийная карточка. Теперь пару слов о внешнем виде штурман Link 500. Никаких особых дизайнерских новшеств тут не обнаружишь. Стандартная прямоугольная форма корпуса, консервативный черный цвет. Мое внимание, впрочем, привлекли три вещи. Во-первых, это кнопка на передней панели навигатора, слева от экрана. Как оказалось, это клавиша вызова телефона. Очень, кстати, удобное решение. Во-вторых, у Link 500 не совсем обычная кнопка включения. Она выполнена в виде ползунка, у которого есть два положения. Сдвиг влево включает или выключает навигатор, сдвиг вправо блокирует сенсор экрана. Лично мне это напоминает навигаторы Garmin. В-третьих, это крышка на задней панели прибора. Сменный аккумулятор для навигаторов такого размера – большая редкость. Штурман Link 500 оснащен батареей 1300 мАч. Под аккумулятором прячутся разъемы для сим-карты и карты памяти. Link 500 способен читать флешку до 32 ГБ, в то время как встроенная память устройства – 4 ГБ. Дисплей Link 500 сделан без бортиков, что делает его более удобным, так как увеличивается рабочая область экрана. Звони нам прямо сейчас 744-75-32 и заказывай штурман Link 500. Вместе с навигатором ты получишь целый вагон и маленькую тележку подарков. Подробнее обо всех бонусах смотри на нашем сайте globoxgps.ru. И помни, что только в нашем магазине, в том случае, если Link 500 не понравится тебе в течение 20 дней, мы вернем тебе деньги за один день по первому требованию, без скандалов и экспертиз. Смотри вторую часть видеообзора «Штурман Link 500», чтобы узнать о меню и навигационных возможностях устройства. Удачи!